Женщины всегда интересовали и всегда будут интересовать мужчин. Но чем же они так интересны? Неужели только тем, что с ними можно заниматься сексом? Ведь давайте признаем честно, что мужчины обращают внимание даже на тех женщин, которых не рассматривают в качестве потенциальных сексуальных партнеров. В конце этого ролика я прикреплю одно видео. Не знаю, захотел бы кто-то заняться сексом с этой женщиной или нет, но смотреть на нее действительно интересно. Я думаю, женщины нам в первую очередь интересны потому, что они очень сильно от нас отличаются. Ведь женщины – это фактически иная форма жизни, они для нас как какие-нибудь зеленые человечки. И когда мужчина видит женщину, то первое чувство, которое у него возникает, это не сексуальный интерес, а любопытство. В детстве все мальчики разбирали игрушки, чтобы понять, как они устроены. А когда мальчики выросли и стали мужчинами, у них просто появился другой объект для исследования. Мужчина постоянно изучает окружающий мир, а женщина просто часть этого мира, такая же, как, например, насекомые или микробы. Несмотря на то, что женщины довольно просто устроены, а поэтому достаточно хорошо изучены, все равно остается много вопросов. Вот, например, мне до сих пор непонятно, какие эволюционные процессы привели к тому, что появилось половое размножение. Ведь, по сути, гены просто перетусовываются, как карты в колоде, и в результате полового размножения никаких новых генов не появляется. А судя по тому, как много есть людей, которые очень сильно похожи друг на друга, комбинации генов уже начинают повторяться.